Всем привет! ZBrush семерочка. Погнали дальше смотреть, как можно делать авто. Машина экспериментальная, так что сильно не критикуйте. Так, перед у нас уже более-менее намечен. Ну, давайте теперь поработаем с корпусом. Append. Нажимаем куб. Переключаемся на куб. И с помощью MOV вот так все это дело подставляем. Ну вот где-то так. Сделаем сразу всему этому DynaMesh опять же. И будем уже смотреть, что да как. Попробуем теперь вот так вот все это дело обрезать. Где-то вот в таком духе. И посмотрим, как это все дело при вытягивании себя поведет. Если мы вот так, допустим, сделаем маску. Чуть-чуть уменьшим все это дело и вот так все это дело вытянем. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, нормально. Снимем теперь маску и давайте попробуем немножко подрезать именно лобовое стекло, скорректировать. Trim Curve ставим и вот так вот чуть-чуть подаля возьмем. Вот так вот. И немножко альтом. Нам вот этот изгиб нужен будет именно, чтобы к двигателю подходил, к капоту. Вот так вот обрежем и посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, в принципе, неплохо пойдет. Следом, что можем сделать? Тут у нас будут двери, привязываться пока не будем слишком к этому. Ну и попробуем немножко вот это все дело сзади обрезать. Вот где-то так. И опять же маской, и опять же попробуем вытянуть. Что-то в этом духе. Давайте сразу всему этому сделаем Ctrl-W и сделаем в деформации именно Polish. Что у нас тут получилось? Ничего хорошего. Жмем Ctrl-Z и делаем всему этому DynaMesh. Так, ну, в принципе, все хорошо, но вот эта часть нам нужна именно с багажником. Как будем делать? Давайте попробуем вот так все это дело замаскировать. Нажать Ctrl-I. И опять же с помощью MOV все это дело вытянуть. Ну, где-то вот в таком духе. Так, заготовочка ничего так. Вроде пойдет. Делаем Ctrl-W опять же и делаем DynaMesh. Все прикольно, все классно. Следом Append. И достаем цилиндр с примитивов. Опять же делаем ему ротацию. Вот таким вот образом. Сначала мы его подставим
именно вот сюда, где у нас первое колесо. Вот так вот. И теперь в геометрии size и попробуем чуть-чуть уменьшить все это дело. Подогнать именно как оно было. Вот где-то вот так оно должно стать. Вот такой должен быть вырез приблизительно. И что делаем? Вот этот цилиндр перетягиваем вот сюда. Ставим его где-то вот таким вот образом. Вот так. Делаем ему сразу DynaMesh, чтобы уже потом не заморачиваться. Переключаемся на корпус нашей машины и поработаем с корпусом. Size. И вот найдем, как она тут растягивается. Ctrl-Z. Вот где-то побольше ее вытянем. Нам это сейчас очень понадобится. Делаем всему этому опять же DynaMesh. Следом переключаемся на цилиндр, вот так вот, и с помощью MOV цилиндр вот здесь вот так вот корректируем. Можно даже перевернуть его, чтобы посмотреть, чтобы вот эти полосы именно состыковались. Вот где-то вот так все должно быть. Так. Теперь ставим на вычитание, переключаемся на корпус, делаем Merge Down, ОК, и повторяем Ctrl, снимаем маску. Что-то опять не заладилось, делаем DynaMesh. Вот так прошло вычитание, все классно. Делаем Ctrl-W, одну полигруппу и делаем Modify Topology Mirror and Well. Так, все с этим вроде бы получилось. Что нам теперь нужно от этой модели? Нужно обрезать именно бока окон. Обрезаем где-то вот так вот. Ну, где-то в таком духе. Делаем немного size. Поуже. Вот где-то вот что-то в этом духе будет. И вот эту часть, надо именно теперь сделать под крыло. Давайте вот так его все это дело и Ctrl нарисуем. Вот так вот. Поставим круг. Ctrl-Alt, вот так вот,
Ctrl-Alt. Следом делаем маску, здесь вот снимаем вот по этому краю, Ctrl-Alt, и немножко подкрашиваем. Вот так вот. Что-то в таком духе. Смотрим, что это за интересная полоска у нас. И повторим именно вот эту операцию очистки. Ctrl-Alt. Все, полоса исчезла. Теперь жмем Ctrl-I. И с помощью Move вот это все дело вытащим. Вот сюда. Вот до такого уровня. Следом Shift, и можно все это дело немножко подгладить. Также немножко обрезать. И опять же немножко подгладить. Так, снимаем маску. С помощью Move Topology немножко все это дело подкорректируем. Вот так вот. И здесь вот так вот все это немножко сделаем мягче. Вот так все это дело подтянем. Вот так вот. И потом все это дело доработаем уже. Так, можно чуть-чуть еще в эту сторону вот так вот приподнять и состыковать. Все это тоже вычтем потом. Так, первая часть сделана. Делаем теперь Modify Topology Mirror and Well. Смотрим, как это все выглядит. Вроде симпатюшно. Следом сделаем крыло на заднюю часть вот эту. Ставим опять же маскирование круг. Вот так все это дело красиво маскируем. Следом ставим Mask Curve. Делаем вот так вот Ctrl-Alt. Вроде прикольно. Ну и вот здесь вот надо это дело все снять. Вот эту маску нужно убрать. Ctrl-Alt. И немножко вот так вот подмаскировать. Делаем Ctrl-I
И с помощью мов так все это дело вытягиваем. Чуть-чуть поменьше, чтобы дальнее переднее крыло было шире. Вот что-то в таком духе. Снимаем маску и вот это все дело немножко делаем сглаживание. Ну вот что-то так вот. Вот эти части немножко можно потом тоже поудалять. Мы их потом урежем и тут еще крыло добавим. Делаем Mirror and Well. Так, багажник квадратный нам не нужен. Вот этому всему предприятию делаем Dynamesh. Так, делаем теперь Ctrl-W и делаем Geometry Dynamesh. Теперь дубликат. Переключаемся на дубликат. Включаем прозрачность Poly-F. Теперь с помощью Scale уменьшаем все это дело. Вот так. Даже можно побольше, чтобы толщина все равно была. Вот так вот. Немножко все это дело перетягиваем. Так, Ctrl-Z. С помощью Move все это дело чуть-чуть перетягиваем. Вот так вот. Так, смотрим, что тут да как. С помощью Move выравниваем все. Вот таким вот образом. И немножко все это дело утончаем. А утончить так маскируем. И с помощью мов вот так все это дело уменьшаем. Чтобы стенки были более-менее нормальные. Вот так вот. Теперь все это дело маску снимаем. Маскируем вот эту вот часть. Вот так. И вытягиваем ее вперед. Вот так вот. Следом снимаем маску и маскируем уже вот эту всю часть. Вот так вот. И вот так вот делаем, теперь вытягиваем перед вот этот, вперед аж. Вот такая штука должна получиться. Тут решетку потом поставим. Так, ну все вроде нормально. Смотрим по толщине крылья. Вроде все хорошо. Единственное, это низ. Низ нам тоже пригодится. В принципе, можно его на раму посадить, всю эту машину можно посадить на раму. Ну, заморачиваться не будем, давайте низ оставим. Значит, все это дело сделаем Dynamesh. Так, и вот это все нужно обрезать. Вот где-то так. И с помощью мов даже немножко, наверное, вот так вот отвести. Чтобы у нас стойки были крепкие. Так, все это сделано. Теперь делаем Ctrl-W. Смотрим еще раз, проверяем, чтобы все точно, без обману. Так, ну вот где-то так. И теперь делаем геометрию, делаем Dynamesh опять же.
И посмотрим, как все это вычтется, чтобы потом можно было лобовые стекла тут сделать и так далее. Делаем теперь вычитание. Так, вот эту поднимаю кверху, я тут чуть-чуть не переключился. А вот с этой будем теперь работать. Делаем вычитание и делаем теперь merge down, ok, и снимаем маску. Так, вот такое прикольное вычитание произошло. Давайте теперь посмотрим, что у нас тут есть. Так, вот эти части пойдет. Все это нормально. Тут закроем, тут удалим. В принципе, корпус получился хороший. Смотрим, что по полигруппам. Нормально. Так. Ну и давайте теперь выберем вот эту пустоту. Она нам очень нужна, чтобы машина была с рулем и сиденьями. Берем куб, на него переключаемся, делаем кубу сразу DynaMesh. Теперь делаем Move, перетягиваем куб вот сюда, ставим прозрачность. Вот так вытягиваем, устанавливаем size. Чуть-чуть делаем его вот так вот. И немножко Ctrl-Z делаем его сплюснутым. Вот так вот. И немножко его вытянем. Вот таким вот образом. Ну и немножко, наверное, его расширим. Ставим поле F. И теперь поработаем резкой. Режем, значит, все это дело. Вот так. Режем это дело вот так и режем вот так вот. Следом обрезаем низ. Вот так. Ну и теперь режем по крылу. И где-то вот так вот. Вот не знаю, стоит ли здесь стойку делать, но, наверное, сделаем сразу, чтобы она осталась. Сделаем, давайте, вот этому всему дубликат.
Сейчас вот этот первый доработаем. Вот так вот. Сделаем Ctrl-W ему. Включим второй. И обрежем второй вот так вот. Сделаем ему тоже Ctrl-W. Переключаемся на первый и делаем ему Dynamesh. Переключаемся на второй и делаем ему тоже Dynamesh. Ну а теперь поработаем вычитанием. Посмотрим, как они тут установлены. Все нормально, все хорошо. Так, сначала первый будем вычитать. Ставим merge down, окей. Снимаем маску, Ctrl, левая кнопка мыши. Ждем. Так, вычитание прошло хорошо. Ну и теперь эту тоже делаем. Merge down. Так, ну и теперь делаем, что нам теперь нужно сделать. Это нужно сделать, посмотрим, как с полигруппами. Делаем Ctrl-W и делаем Geometry Mirror and Well. Так, корпус получился. Теперь давайте поработаем с лобовым и задним стеклом. Делаем, достаем опять же куб, переключаемся на куб, Geometry, Dynamesh, теперь делаем Move, вот так все подставляем. Ставим прозрачность, делаем кубу сразу дубликат, потому что он нам еще пригодится, дубликат. И теперь все это дело давайте порежем, опять же, делаем обрезку вот так вот побольше. Делаем обрезку вот так вот побольше. Следом вот так вот устанавливаем. Подкручиваем, подгоняем. Мал-мал выравниваем. И вот так вот делаем обрезку. Маловато. Попробуем побольше. В принципе, пойдет. Так, ну и теперь
Обрезка где-то вот тут вот должна быть. Что-то вот так вот. Делаем Ctrl-D и заходим, делаем DynaMesh. Вот так вот. Теперь все это дело замаскируем. Немножко выведем побольше. Вот так вот. Снимем маску. Что тут получилось? И обрежем где-то вот так ее. Делаем Ctrl-D. Делаем DynaMesh. И теперь все это дело Mirror and Well. Так, что-то в этом духе. Ну, вроде и туда заходит, и здесь торчит. Давайте попробуем в качестве эксперимента. Так, теперь делаем Merge Down. Окей. Ну ничего, так каркас. И Ctrl-W. Вот такая получается заготовка для машины. Здесь сделаем пороги чуть-чуть. Давайте посмотрим, как будет полиш на нее влиять. Так, сделаем DynaMesh. И в деформации сделаем немножко полиш. Ну вот уже каркас нормальный. Чуть-чуть вот теперь сделать ее крышу чуть-чуть обтекаемой. Все это мы в процессе добавим еще часть, наверное, с полиров. Добавим двери, добавим водителя, добавим багажник. Все, всем пока, до свидания. Вот такой принцип.